Фонарик? С фонариком кто-то, видите, ходит. Ты серьезно? И это мышь. Чё ты, мышка, сдаешься? Да я, блядь, по квесту сижу, иди нахуй тебе. По квесту он тут сидит сейчас. Вы помните кто-нибудь квест, что надо сидеть в библиотеке? Чё-то я не особо. Агрессивная таргская комьюнити, да. Я тут сижу. Тактически. Хардкорный игрок Таркова. Ладно бы, если бы он сказал, типа, у меня тут квест, типа, можешь, пожалуйста, типа, это, не мешать мне. Он такой, у меня тут квест, иди нахуй отсюда. Какую, блядь, реакцию он ожидал вообще на это? Ой, извините, я уже ухожу, да, или что? У меня, блядь, пулемет на бронебойках, чел. Ты, по-моему, перепутал. Пацаны! Но если гаражи, сейчас они в медичку пойдут и там засядут. Так что можем пойти прорашить туда. Три бота, блядь! Просто три бота меня сразу встречают. Вдруг я без палева к типам подбегу, правильно? Встаньте, боты, что вы, блядь, доебались? Вон он, упырь! Да ёпта! Ой, я убил его.
тут убили одного типа. Или они не успели до медички дойти? Блять, вон чел. Уф. Пулик этот, конечно, блять, по звуку. Какая у тебя хакашка интересная. Это рабочая схема вообще? Ты кто такой, блин? Это тот, кто лутал АГС-ку, походу. А почему этот чел вообще без магазина? Я что-то не понимаю. На той стороне кто-то до сих пор есть. Блять. Решаловские боты. Немножечко забаланшенные, так сказать. Ну, чтобы вам интересно было играть. Оставляют вам все шансы.
чтобы вы наслаждались игрой. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стрим.